Трус не играет в хоккей. Храбрости ульяновским школьникам не занимать. Команда территориальных общественных самоуправлений соревнуются за звание «Лучший в хоккее с мячом». Первые отборочные матчи прошли на Соборной площади. Соревнуются возрастные категории 12-14 лет и 15-17 лет. Мы будем выбирать самых лучших, отбирать самые лучшие команды. И они, которые выйдут уже в полуфинал, и в финале они встретятся в нашем прекрасном ледовом дворце в Волгоградской спорт-арене. Участники – непрофессиональные спортсмены. Это обычные ребята, которые любят поиграть во дворе. Среди них 12-летний Илья. Вместе с друзьями он регулярно играет на хоккейном корте рядом с домом. Хоккей мне нравится тем, что там большая скорость, разрабатываешь реакцию, катание, учишься, развиваешь какие-то новые навыки. Кстати, за игру юных спортсменов следят тренеры спортивных школ. Самых талантливых мальчишек позже пригласят заниматься хоккеем дополнительно. В этих соревнованиях отслеживаем мальчишек перспективных, чтобы потом их направить в детскую школу в хоккей с мячом. И ребята все достойные, кто будет играть хорошо в хоккей. У всех дорога открыта, профессиональный клуб «Волга». Мы их всех с удовольствием примем. На финальный этап игр пригласят профессиональных хоккеистов из Ульяновской хоккейной «Волги», которые проведут с ребятами мастер-классы. Спартакиада среди дворовых команд ТОС будет проходить в течение всего года. Участники будут играть в футбол, волейбол, пионербол, настольный теннис и сдавать нормы ГТО. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.